С ножом за деньгами челябинские полицейские поймали подозреваемого в серии налетов на микрофинансовые организации. У него нашли оружие и сейчас допрашивают. У стражей порядка есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к ряду преступлений. Подозреваемому 30 лет, он житель Сосновского района. Статьи, по которым его судили ранее, он знает наизусть. Ранее судим? Да. За какие преступления? Статья 161, часть 2, статья 168, часть 2. Мужчина стал подозреваемым в грабеже микрофинансовых организаций, расположенных в Курчатовском, Советском и Калининском районах города. Налеты на эти компании были совершены с 16 по 21 марта. Сотрудникам угрожали ножом и забирали деньги. Ущерб оценили пока что в 40 тысяч рублей. И вот подозреваемого в преступлении поймали. Скажите, за что задержан? За разбойное нападение. В отношении кого? В отношении микрофинансовых организаций. Полицейские уже возбудили два уголовных дела – грабеж и разбой. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.